Помогите остановить маточное кровотечение. Практика первой ступени не помогает. Я прошла первую обновленную ступень. Открываю маточное кровотечение. Кровотечение. Любое кровотечение будет остановлено, если соединить первый и второй палец правой руки в кольцо. И первый и второй палец левой руки, вернее, в кольцо. И поверх этого пальца приложить второй и третий палец правой руки. И после этого подуть в место там, где есть кровотечение. Делать это в течение дня 3-4-5 раз. Также в случае, если у вас кровотечение есть, вы можете взять ключик от замка, нацепить его себе на поясницу на ниточке и после этого развернуть его так, чтобы этот ключик висел у вас сзади между бедер в нижнем белье. Андрей Андреевич, дети не дружат, взрослые уже. Как можно наладить эзотерические? А проходите первую ступень, я объясняю, как это делать. Для того, чтобы наладить отношения между людьми, необходимо запустить между ними кровь. Необходимо представить, будто два человека, между ними имеется одно кровоснабжение. И после этого видеть, как кровь к одному перетекает через голову, а потом к другому перетекает через ноги. И после этого они обязательно помирятся.